субботу в Самарской области облачно, пройдет небольшой дождь, возможно гроза, 18-20, тепла днем, ночью 12-14 выше 0, ветер юго-западный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, дождь, днем плюс 19, ночью плюс 13, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем 19, тепла, ночью 14, выше 0, юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре облака, дождь с грозой, днем плюс 19, ночью 13, тепла, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%, температура воды в реке Волга 17,8, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.